Ох, ветра, холодные ветра. Поедем с вами на Гвардейку, в более оживленное место. То как-то по этим тихим улицам, безлюдным, аж стрёмно ездить. Скрип. Так, тут я надеюсь, есть дорога, да? Все, друзья, у меня онемело все, что могло только онеметь. Ветер постоянно встречный, холодный настолько, что я вам просто передать не могу. Я уже скукожился как мог, а оно везде задувает. Тут по-хорошему бы домой ехать, но все-таки нет, но все-таки я поеду, съезжу на Гвардейку,
попытаемся еще раз отыскать одноклассника Юры с Польши. Кстати, Юра, тебе привет. Я думаю, ты это видео в любом случае будешь смотреть. 95-й у нас 52,75. 92-й 51,50. Дизельное топливо 56,50. Газа нет. Так, тут у нас сейчас спуск. Можно и не притормаживать. Ветерок нас сам притормозит. Так, что я хотел еще сказать? А, ну да. Люди на меня смотрят, как на сумасшедшего. Это я уже привык. Жду не дождусь, когда какое-нибудь видео всплывет в этих просторах интернета, где я буду педалить в суровую зиму. Как недавно наблюдал. Ну там совсем человек уже с ума сошел. В футболке и в шортах, и на велосипеде в декабре. Кто-то снял в Донецке. Это я считаю, что у человека с головой ненормально. Я-то хоть одетый, причем одетый очень хорошо. А с другой стороны, может, человек просто закалялся, да? Ну так, вон, люди в проруби купаются, что, можно их считать тоже ненормальными. Тут, так сказать, как посмотреть. Ну хоть на подъемчике немножко согрелся. Правда, запыхался. Тоже холодным воздухом дышу. На всю грудь. Чтоб мне потом это боком не вылезло. Так, в принципе, мы уже доехали до Гвардейки. Осталось совсем немножко. До Малиновского. Там уже будем искать дом, который нам нужен. Что, сигналить, что ли? Я вроде и так с краю еду. У нас жилёночки продают. Тоже будет покупать, брать двухметровую или хотя бы полтора. В общем, опять неудача. Никто не открывает. Так что, Юра, извини, я не знаю, когда надо сюда приехать, чтобы они были дома. Просто не знаю. Только если вечером, ну если как получится, не знаю, часов 6-7 вечера. Ну сейчас 4 часа. Вечера, или как сказать, или дня. 4 часа. Тогда я рано утром приезжал, не было. В обед приезжал, не было. Сейчас 4, не было. Ну, только если вечером, не знаю, часов 8 вечера приехать.
Быть может, тогда кто-то будет дома, или он, или мама, не знаю. В общем, пока неудача. Отстегиваемся и едем дальше. Уже как-то и темнеть начало. 5 минут 5. В принципе, уже пора. Я так улицу Победы проехал молча. Как-то совсем против ветра много сил отнимается. Была мысль, конечно, срезать дорогу, как всегда, под мостами проехать, как я это обычно делаю, но я думаю, там очень грязно, поэтому еду по улице Крылова. Как говорится, ветер в харю, а я еду. Извините, что не в рифму, но матюкаться не будем. Еще сопли появились откуда-то. Простите, конечно, за эту интимную подробность. Но они реально появились. А, улица Крылова. Что-то у нас фуры на аварийках стоят. Собаки. Я думал, на меня бегут. А то чужак зашел. Они на него набросились и начали его кусать. Да, как говорится, своя территория. Каждый защищает свою территорию. Как-то вдруг начали, точнее, закончили педали скрипеть. Надолго ли? Тут вот разочек упал на этих рельсах. Они идут как под углом, и получается была мокрая погода. И колеса. Фу! Сторону. А я брык, так сказать, удачно упал. Так, ладненько, друзья, наверное, будем заканчивать. Тут еще немножко, я дома. Немного с вами погоняли по городу, даже сказать,
очень много. Мне кажется, я проехал достаточно много сегодня. Пал уже знакомо новым старым дорогам. Спасибо, что были со мной. Как всегда, не забывайте. Палец вверх, подписочка. Ну и если хотите, колокольчик. А вы хотите, я знаю. Всего, ладненько. Всем пока. До новых дорог.